Так мы рожаем. У кошки первые схватки начались. Это Леха лежит. Она не отпускает человека. Вот, чтобы человек был. Только отойдем, она начнет орать. Поэтому Леха пока спит. Сегодня ночная смена. Я занимаюсь делами. Я дела закончу, он пойдет на работу. А я вот так же сяду рядом с кошкой. Первые схватки уже прошли. Может, до вечера успеет родить. Манечка у нас рожает. Пока два котенка. Кстати, один похож очень на Мауса, поинта британского. Но они еще не обсохли, будут светлее. Да, разговор. Давай. Посмотрим. Роды у нас вовсю. Мама-кошка разговаривает с новорожденными котятами. Маус-британец. Мордатые такие вообще. Морда такая породистая получилась. Прямо суперский. Вот этот молочный шоколад получается. А вот этот, который в Мауса. Не знаем еще по полу кто. Роды еще продолжаются. То есть она сначала, когда первого одного рожает, хорошо-хорошо вылизывает, заканчивает, пока он не обсохнет. Потом он сосет, она отдыхает, и потом только следующего котенка рожает. Вот второй вот этот вот, он еще не обсох. Он светлее будет. Да. Мы еще рожаем. Сейчас их родит, потом пеленочку поменять надо, все вымыть, постелить, пересадить. Да, кошка. Она скажет, буду детей своих охранять сверху. Вот так. Приколист, вот приколист. Кто мог подумать. Вот так. Обычно кошку коту принесут. И забирают. А они папы вон какие хорошие. И охранники. И пытаются познакомиться. Но мы пускать пока не будем. Да, и Маня с ним разговаривает. Вроде агрессии не проявляет. Но мы не будем рисковать. Ты сверху смотришь головой. Он пытается со всех сторон к ним пробраться. Ты мяукаешь еще? Мяу? Не, ну за стенкой-то точно котят нет. Слышите, да? Это папа так общается с котятами новорожденными. Вот прикол-то где. Маус. Маус. Ты Маус. Ты папой стал. 28 февраля. Скажи, почему не 23-го, да? Последний день зимы. Да. Так что коты, оказывается, тоже хорошие папы. Он рядом сел и не уходит охрана. Два котенка всего. Но мальчики намного не приносят никогда. Да. Вот они общаются с малышами и друг с другом. Кот с кошкой тоже общается. Друг другу слышите? Это мяукает Маус. Вот. Папаша. А папаша заглядывает к своим новорожденным детям. Маус. Да. Тебе интересно? Там твои детки. Папа разговаривает. Нет, тебе туда нельзя. Маня тебе люлей даст. Маня даст люлей тебе. Нет, Маус, тебе туда нельзя.
Папаша пытается воспитывать тоже. Твои детки, да? На тебя похожи. Светленькие. Мама темная, а ты светленький. Один вообще особо. Покажи свою морду мордатую. Маус. Маус. Маус, мордатый кот. Надо голубоглазый. Общается. Мур. Манечка. Интересно, да? Вот так папаша общается. Пока только через клетку. Маус, тебе туда нельзя. Маня его понюхала. Свой. И дальше занялась вылизывать. Да, мур-мур. Мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Папаша не отстает. Не отстает. Ты заглядываешь, кто там? Там детки твои, Маус.